Друзья, стартует наш второй день в поте. Все в сборе. Вот эта маленькая жучка плачет, думает, мы ее с собой не возьмем. Вчера мы ее не брали с собой, она рыдала. И сегодня тоже плачет, думает, не возьмем с собой. Ты с нами едешь? Да. Да? На камеру хорошо давай, работает, маме, молодец. Рай! Ай! Ай, это то, что она дала тебе. Все, я отдала, говорит. Сегодня едем на каньон. Ника обещал, будет очень интересно. Да, очень. Ну что за шикарная погода сегодня. Лиза, так не радуйся, мы тебя к бабушке ведем. К бабушке, да? Да! Будь здоров. Она первая сейчас сядет в машину. Ника, расскажи немного о своем городе Поти. Что это за город вообще? Это маленький портовый город. Короче, люди здесь очень теплые. И умные, да. И отсюда вышел цивилизация вообще. Да, да, это я не шучу. Это правда. Это правда так, да. Правда. Вы можете потом, я сейчас не могу, это на легенде Поти сейчас рассказывать. Но можете... Интернете все еще, да. И, кстати, в Грузии футбол вошел и медицина через Поти. Да. Да. Сюда еще привозят машины, да, за границей? Да. Называется, на кораблях. Что, короче, да, называется, что главный мост Азии и Европы здесь. Ну что, мы прибыли на локацию, называется Мартвильский каньон. Все верно. Вот так он выглядит. Это он или нет? Ну, каньон внутри вот так. Каньон внизу. Ошибочка вышла, каньон внизу. Короче, дорога из Поти к каньону заняла где-то 1.5 часа. 70 км мы проехали. Лиза, а иди, мама. Вот и что? Такой вот рыночек там, тут. Там. Боя мне не видит. Ну, туда надо. А где мусор надо выкинуть? Внизу, вон. Ну, это твои обязанности сегодня. Нет, это твоя обязанность. Тут по билетам, короче. Сейчас мы купим билеты. Я расскажу, сколько стоит это. Лодки не будет сегодня, потому что... Вчера дождь и вода. Но есть пешеходный и зиплайн. Зиплайн – это вот летать? Да. О, пойдем летать? Давай, да. Идем, пойдем летать, где подожди. В общем, лодки нету, пешеходный только и зиплайн. Цены вот такие вот. Идем на зиплайн. Выглядит он вот так вот. Тебя цепляют на канат и спускают. Прям так хорошо будет, думаю. А, цена была. Вот так вот выглядит билет на зиплайн. Цена для тех, у кого есть грузинское гражданство, 50 лари, для всех остальных 60. Это плюс-минус 1100-1200 рублей, вот так вот где-то. Ну, недорого. Ну да. Мамочка, пока поднимешься сюда, дыхалки уже нет. Вот так вот это выглядит. Мама одновременно поедет, да? 56. Асма. 150 у тебя? 200. 70. 70. Тут, видимо, по килограммам распределяют. Надеюсь, это безопасно. Ой, тяжелая. Ну что, ты готова? Ну да. Птичка. Нет, Саркис будет снимать. Ника, ты думаешь, оно тебя выдержит? Ниже пола не упадет, говорит. Так. Так, это осталось, все, вместе пойдем. Страшно. Блин, это страшно. Да. Это по паузе все. Все, я хотел бы, все люди семья, я не семья. Ну что, ребята, мы полетели. Мы сейчас летим. Ноги вперед. Ага. Снимаем. Все зацеплено, да?
Один. Боюсь, пипец. Я тоже боюсь. Раз. Два. Вперед. Вперед. Вперед ноги сделать. Раз. Два. Три. Лети, со мной. Твоя я, а ты моя. Лети, со мной. Моя ты, а я твой, я твой, я твой. Спасибо. Охренеть! Никакое ощущение! У меня сердце колотится. Охренеть. Просто как нет! Я не верю, что я согласился. Да. Слышь, ну это страшно, ну, было, ну, пипец. Кайф! Фу! Вот это адреналинчика хапнули! Вот это реально адреналинчика хапнули! Блин! Я еще 500 раз переспросил, меня точно привязали? Я не упаду. В каньон мы не сможем попасть сегодня, потому что туда можно попасть только на лодках. А сегодня, как говорят люди, нелетная погода для них. Поэтому покажем вам здесь красоту. Как обычно, друзья, нужно сфоткать мадемуазель. Красиво. Да, я всегда фоткаю красиво, моя золотая. Вот кому все равно, жизнь удалась. А у меня что, не удалось? Удалось, конечно. Я тоже так думаю. Посмотрите на эту актрису. Лиза! Ай, молодец. Эми! Это я, говорит, хочу снимать, дай мне, говорит. Ты хочешь снимать? Да-да-да. Тебе понравилось здесь? Да. Да. Ну что, посмотрели Мартвильский каньон. Я вам лично рекомендую, если будете в этих краях, хотя бы разочек посетите его. Хоть мы и не доехали до главного каньона, но все равно здесь природа очень красивая. Вторая наша локация – поместье Дадьяни. Монастырь Салхино. Это тихо, тихо. Тихо, ребенок спит, на коляску наведи. Правда, немного ноги вываливаются. Не могли коляску по размеру ребенку купить, что ли? Родители. Ваня, ну ты пососка, зато на месте. Вот как раз таки это поместье. Сажи. Зеленью закрыто. Но оно, как всегда, закрыто к нашему приезду. Сегодня что-то нам не везет с локациями. С локациями-то везет, но не везет с тем, что они все закрыты. Это церковь рождения Божьей Матери. Как нам говорит служащий этой церкви. Это платок, в чем она была обернута.
завернута одежда Божьей Матери. Сама одежда находится в груди Дикород на звече. Ага. На музее, когда он год один раз выносит его. Мира точит иконы, мира точит крестов, мира точит. Видите? Да. Как это? Что мы играем? Сколько лет этой церкви? Там 18 века. Эта церковь, этот воротится исполняет желание люди, а мы дарят там сокровища. Видите там? Мы идем в винный погреб Марани. Там хранится вино. Вообще оно закрыто, туда нельзя. Но Нико договорился, и нас туда сейчас пустят. И надеюсь, даже дадут продегустировать винишко. Лика, ну давай, давай, расскажи за это место. Рассказать, да? Короче, здесь поместье Дадиани, это были князья. Церковь стоит рядом с их поместьем. Оба строились в один период. Это церковь 18 века. Вот эта аллея. Вот чтобы это, вот это да, чтобы это выросло, нужны года большие. Вот этим деревьям и деревьям, по-моему, она только сказала, да, что 150 лет. А. Вот здесь а они вот виноградники. Дирдвели это такой сорт винограда? Да, и по всей Грузии он растет только, в трех местах. Одно из трех мест это вот это. Вот там с ними на той стороне вот эти домики. То есть князья жили. Сейчас вот сюда давай выйдем, здесь видно будет. Один домик и вон там второй домик. Вон второй вот домик. Само поместье, которое. То есть в поместье князья жили, а здесь обслуживающий персонал в этих домиках. Эти домики перекрыли, все равно реконструкцию сделали. А поместье не делают пока реконструкцию. Друзья, видите вот эти сосуды? Они называются кфеври. И вот здесь вот нашли столетние эти сосуды, закопанные с вином. И дальше что, Резо? Ничего, как бы там вино было, то есть его как бы разлили там, и вот это место. Для туристов закрыли, но просто его закрыли, но там сейчас не видно, потому что трава выросла. А кстати, видно после трав. Вот голова видна. Вот сосуд, если присмотреться можно. Он потеет, видишь, и смотри. На эту посмотри. Траву кушаешь, вкусная, да? Что есть? Траву. Этот погреб 19 века. Много не накидывайся. Я обещала выйти отсюда на гребле. Сейчас включат, подожди. Сабах. Чувствуешь? Да, запах. Свет нам не дали, потому что его нету, да. Будем снимать вот так на фонарик. Почему мой фонарик это. Посмотрите, это. Вот, смотри. Этим бутылкам уже 15 лет, и они открывают их, там как-то проверяют, готово оно или нет, и только после этого открывают. Но они уже с бирками. Прикольно. Смолетом. Температура 17 градусов. А вот эти градусов. Вот бочонки 19 века, посмотрите, оно все в плесени, непонятно в чем. И здесь всегда температура одна, 17 градусов. И зимой, и летом вот одна температура в помещении. Сейчас мы будем дегустировать винишко. Ура! Так, наливает. Во. Сыркис, давай. Залпом? Да, конечно, залпом. Чуть-чуть пригубить. За ваше здоровье, друзья. Пусть будет мир во всем мире. Чтобы вы всегда были здоровы, никогда не болели. И чтобы сбывались ваши мечты. Терпи. Хорошая. Теперь самое главное, дегустация. Ты тут сопьешься, я вместе с тобой. Крепенькая. Я мордёс! Чуй давай, посмотри, Анаси, там соплёшь.
За мир. За все мир. Теперь до дна пьем. Бомба. Мы весь день катались, снимали красоту, а сейчас нам полагается вкусный обед. Вкусный мигрельский. Мигрельский кухня. Только мигрельский. Да? Да. Настоящий мигрельский. Это то, что... По одному ларе им надо скинуться. Не пропускают. Да, их увидел. Когда вахты. Ника расскажет, какие блюда мингрельские именно вот прям вот настоящие, да. И там будет мамалыга с сыром перемешанная какая-то, что вот так сыра тянется. Все как я люблю. Боже, как аппетитно все выглядит. Это еще не все, сейчас нам донесут еду. Лика, что это? Рассказывай. Вот это что? Это вообще купаты. Но купаты, они же идут как сосиски, но здесь идут в глиняном горшке вот эта внутренность купатов. Раскрытые, они так это делают. По-грузински вот это кетси называется. Я сыр, не пробовала салатик. Лично, да. Это чади. В духовке это сделано, острый. А это... Вот этот вот сыр, это называется гебжалия, он теплый, господи, как это вкусно. Он с мятой внутри, в собственном соку варится. Вот такой сок, мята и сыр, это просто... Вот многие ели бурату, но вот, представьте, бурата с мятой, в соку. Ой, боже мой, это невероятно. И потом спрашивается, как в Грузии не набрать вес, я просто не понимаю. Ты тут постоянно от застолья к застолью ешь и ешь, это невероятно вкусно. Так, если понял, да, почему у меня поза? Это точно. Ник, надеюсь, вкусные рестораны закончились, мой живот больше не выдержит. Нет, баба, это все газета была, кино впереди нас ждет. Блядь, это газета, кино впереди. Танапира называется, ребят, в Мартвиле. Вот так вот выглядит это место. Это не реклама абсолютно, это просто наша от души хотим рекомендация от души, место. Да. Это очень крутое место, поэтому если будете в этих краях, обязательно заскочите, вам всем понравится. Друзья, всем привет! Предлагаю этот крайний наш денечек в Грузии провести сегодня вместе с нами. Мы пришли в кафешку. Вкусно покушать. Что еще в Грузии делать в дождевую погоду? Вкусно кушать. Сейчас вкусно покушаем и продолжим. Но прежде я познакомлю вас со всеми. У нас банда увеличилась, народ подъехал. Это Дишка, Экина сестра, Катя, Резика жена. Резо, ты здесь с нами? Конечно. Саламки. Экуся. Ой. Лика. Все здесь. А это Сандро, друг Ники. Нам принесли хачапури на мангале. Аппетитно очень выглядит. Ну что, нам принесли мать хинкали. Вот так она выглядит. Бодрая. Хвостик не выкидывайте, эко съест. И внутри у нас детишки. Опа, красота. Красота.
маленькие еще, только родились. Можно? Да, спасибо. Это башня грузинского алфавита. Тут 33 буквы грузинские, я думаю, видно. И наверху смотровая. Кучащий артха над снобом. Друзья, ну что, вот и подошло наше время в Грузии к своему логическому завершению. Надеюсь, вам понравились наши влоги из Грузии. Дальше будет еще интереснее. У нас начинается новый классный трип. Пока не буду говорить куда, поэтому следите за нашими влогами. Обязательно подписывайтесь на наш YouTube-канал. Также подписывайтесь на наши все соцсети, ссылка в описании. И пишите комментарии. Всех любим, обнимаем, целуем.